Этот конкурс проводится уже в четвертый раз в 3-й Десногорской школе. Это праздник командного духа, дисциплины и патриотизма. Событие этого года отличалось особенной торжественностью. Перед командами юных патриотов стояли непростые, но важные задачи. Под руководством командиров им предстояло стать лучшими в строевом шаге, дисциплине строя, сдаче рапорта. По этим и другим номинациям их оценивало жюри под председательством Игоря Журавлева. Товарищ председатель жюри, отряд бравых солдат в количестве 14 человек для проведения осмотра строя и песни, посвященных 75-летию Великой Победы, построен командир отряда. Вольно. Отличие этого смотра конкурса от предыдущих – его участники. Впервые это была начальная школа. Детям 2, 3 и 4 классов такая задача была в новинку. Но выполнили они ее с полной самоотдачей. Важный навык, без которого детям в этом конкурсе точно не обойтись – умение ладить друг с другом. Не только в военное время, но и в обычной жизни взаимодействие с ближним и с коллективом – основа жизни в современном обществе. Я думаю, этот конкурс вам немножко помог, и вы поняли друг друга. По крайней мере, вы теперь точно знаете, на кого можно положиться в своем коллективе, а кому можно самому помочь. Вот для этого он служил. Итогом непростого для жюри решения стало награждение лучших команд. Каждая из них получила грамоту участника и стимул к дальнейшей работе над собой. Олег Соловьев, Илья Соболева, Владислав Полоскин, Десна ТВ.